Ну что, друзья, всех поздравляю, этот самый день настал. Сегодня мы будем тестировать Кантана и Дрогба в одном составе. Я в невероятном предвкушении. Сейчас только глотну смузи. Заряжен по полной. Сегодня мы пощупаем промо Голаса со всех сторон. На воротах у меня Ван дер Сар, 5 плюс 5. Справа Кафу, который мне недавно выпал в сборочке на кумира. Два центральных защитника, Десаи и Видич. Конечно, версия не самая лучшая, но все равно статы мощные. Слева Эшли Кол, который также мне упал в одном из пакцов. Справа Акоча с невероятнейшим дриблингом. Имеет 5 плюс 5, но стоит всего лишь 90 тысяч. Можно и пощупать. Два центральных полузащитника. Пауэршот мастера, кстати, прошу заметить. Это Эсьен в аренду собрал. И Лэмпард. Будем пушки сегодня тестировать. Слева мой любимый Женаля, который вроде как и разыгрался, а вроде как все так же порит моменты. Я не исключаю того варианта, что у вас он может играть прям как невероятный финишер. Возможно, я стиль сыгранности не тот подобрал. Тестирую на стрелке теперь. Ну и атака, собственно, Кантана и Дрогба. Два невероятных танка. Я готов, друзья. Надеюсь, вы тоже. Авансом лайкусик мне влепите и какой-нибудь классный комментарий оставьте. Почему бы и нет? Ну и, конечно же, друзья, хочется напомнить вам о моих любимых спонсорах. Компания Пари. Респект за то, что они поддерживают мой каждый видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин. При желании вы можете воспользоваться мобильным приложением. Ну и самое главное, не забывайте, что сейчас проходит акция 2024. Все подробности будут в закрепленном комментарии. А если вам нужна, друзья, EAFC, возможно, вам нужны подписчики, а может быть монеты, чтобы открыть крутой пак, а может быть вы просто не хотите играть в Викинг-лигу и вам нужны бусты, все это добро вы можете найти по ссылочке в описании в моем личном магазине. Так, у него тоже Ван дер Сар на воротах, Блан Рамирес, Бекхэм Сава, Зола, Бестен Сине. Ну, нормальный состав. Так, ну полетели, посмотрим. Кантана сразу же отбор делает вот так вот. И тому, и другому я дал Хантеров, чтобы они быстрее бежали. На нахрен, пушечка. Так, Акоча, как он двигается на левом стике. Ух, какой приятный, слушайте, вот это дрибло. Так, Дрогба и пауэршот. Ух, хорошо приложился. Так, первый раз соперник подходит к моим воротам, это опасный знак, надо сразу избавляться от мяча. Так, Дрогба на Кантана и Кантана. Вы понимаете, вот вы просто вот понимаете, вот в этом моменте весь Кантана, он просто схавал двух защитников, не почувствовал, всех перелетел, оттолкнул и забил гол. Соперник аж убежал в ужасе. Реальный танк, я вам отвечаю. Так, пушка ж 96, вот это ему завезло, конечно. Так, Кафу сажал, Не, ну, блин, ну я, блин, ладно, ничего говорить не буду, допустим, так и должно, блядь, быть. Кантана, смотрите, смотрите, у него мяч отобрали, но он все равно зацепился и отобрал мяч сразу же. Вот, собственно, вам и Кантана. Так, так, Кантана, Кантана, Кантана. Ну вот вам и Кантана, друзья, как же он же бошен. Опять же, я играл за его версию с дымком и понимаю, о чем говорю. А то некоторые писали, что я действительно сумасшедший, что начал собирать такую дорогую карту. Вот так, вот так вот. Хорошо, Акоча, дальше, в одно. Блин. Оу, зацепился. И Дидье, хорошо. Дидье тоже не промах, смотрите. Тоже зацепился и забил, и соперник что-то встал. И думает, а нахера мне этот пушкаш? Может быть, мне Дрогба купить? Так, подождите, он бежит за своего пушкаша. Оттолкнуть бы его, Кафу, хорош. Так, Фрэнки на Кантана. Кантана, Кантана, смотрите, как он бежит. Ну, вы просто посмотрите, что за ленти-мужчина. Оу, еще один гол, 3-0. Соперник в ужасе тоже ливает. Я понимаю тебя, друг. У нас есть еще челлендж, друзья, доиграть хотя бы один матч до конца. Так, Вернер, Бекхэм и Рэшфорд. Ой, Рэшфорд побежал. Так, страшно. Страшно. Сейчас пауэршотом, наверное, ёбнет. Не-не, решил финесиком. Так, это Бекхэм. О, интересно, кстати. Решил закрутить ко мне. Ой, страшно. 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 В панике. Панике я переключаюсь. Так, Кантана побежал и ударил. Да, это Касильяс. Ой, ой, что произошло? Что произошло? Ничего, Эшли Кол подстраховал. Ну, камон, Женоля, не теряй мяч. Хочется ударить за него, но я лучше не буду, я лучше его за Кантана вот так вот сделаю и забил. Кантана гений. Так, Кантана, ну вы просто посмотрите, как он бежит. Ну это нормально, вот скажите мне, пожалуйста, это нормально? Блин, ну я уже начал что-то выдумывать. Я хотел сначала просто оббежать, потом, блин, болл-ролл сделал. Так, Дидье, Дрогба.
Дидье Дрогба тоже просто бежит. Тоже просто бежит. И Кантона забивает. И это тоже в ужасе ливает, да? Тоже, да, испугался. Все еще актуален челлендж, хотя бы с одним доигранным матчем. Так, Fire T-34. Это название танка, если что. Опа, Вернер снова, Эусебио и Бест. Команды сильные на бумаге мне достаются. То есть я не играю против каких-то бичей там. Но при этом никто ничего показать не может пока что. Пока что. Вдруг я сейчас накаркаю. Подкат. Ё-моё, я пролетел. Ё-моё, я пролетел. Ху-ху, найс, ударил Вернер. В принципе, как в реальной жизни, да? Так, ну этот соперник что-то на аккуратнейшем играет. Любит много повозиться. А вот когда много возишься, Кантона подбегает и сжирает. Поэтому много не возись, братан. Так, Кантона. Кантона. Оп. Что за пас? Что за подкат, Женаля? Чё я забил? Как это вообще произошло? Так, Кантона. Ну смотрите, вот просто забег Кантона. Ну вы посмотрите, как он летит без шансов. Слушайте, а я хочу финесик ударить. Почему бы нет? Женаля тут немножко покрутится своим не самым уверенным дриблингом. Лэмпорт на Кантона. Кантона переступы и удар. Ну что за мощь? Что за мощь Кантона? Соперники просто не знают, как найти противоядие этому великому французскому форварду. Здесь, в принципе, можно навесить на Кантону. Ух, чуть не залетел это. Так, опасно. Что-то соперник тут начал крутить, вертеть. Отличный отскок, 10 из 10. Так, держим. Не-не-не, тут и шликол. Ну, соперник вроде как подходит к воротам, но ничего прям опасного пока еще не было. Кантона. Смотрите, корпус ставлю. Его даже Ван Дайк не может оттолкнуть, чтобы вы понимали. Смотрите, снова корпус ставлю. Никто никогда не сможет подойти к Кантона. Так, 45-е. Быстро. Лэмпорт. Какой пас от Лэмпорда? И Кантона. Кантона, друзья. Это 3-0. И кажется, наш соперник в ужасе снова ливает. Бывает. Так, Тоти Ренард, Хаджи Макеле, Дрогба. Хо-хо-хо, вот это будет битва легендарной. Дрогба против Дрогба. На Кантона. Кантона, корпус. Ух, смотрите, как Ренард отлетел от Кантоны. Вы просто посмотрите на этот контроль, сумасшедший. Вы просто посмотрите на этот контроль, друзья. Блин, только блан помешал мне. Акоча. Ой, хорошо. Кантона. Ну давай. Почему бы... Нет! Ребята, ну вы посмотрите, что? Что вы скажете, хейтеры, которые говорят, что он там только по пустынь бьет? Кантона мощным ударом заряжает в ближний угол. Такое, на такое способен, мне кажется, только Подольск. А то наверняка уже хейтеры сидели и строчили. А, он там с метра бьет. Ага. Там типа так любая карточка может. Так, подождите. Нет! Так, первый пропущенный гол за сегодня. Да я просто на радостях, чуваки, сидел. И поэтому я немного отвлекся. Ё-моё! Тут у него что же Дрогба есть? Блин, нет! Держать! Да нет! Блин, ну тяжело, когда моим же оружием меня бьют. Так, Лэмпорт, хорошо. На Кантона. И Кантона левой. Левая у него как на 5 звезд. Я вам это тоже гарантирую. Можете бить хоть с левой, хоть правой, хоть членом. Вообще без разницы. Чего у него по финесикам, кстати? Ну ударил он так, как будто бы у него золотой финес, не? Так, соперник играет на каком-то мощном прессинге. Надо бы как-то выйти из-под этого прессинга. Да. И Лэмпорт. Ну, Лэмпорт, мог бы и забить. Так, я много моментов не реализовываю, друзья. Это может плохо кончиться. Не мне вам об этом рассказывать, что обычно бывает, когда ты столько моментов не забиваешь. Вот такое вот, прекрасно. И Дрогба, турбоускорение. На Кантону. Ну, Кантона, конечно же, такое забьет, как семечки. Ой, ну соперник посыпался, мне кажется, друзья. Он посыпался. Это Кантона, друзья. Вот такие вот голы тоже умеет забивать. Да. У него акробатика еще есть. Я думаю, один фанат наслышан про его акробатические движения. Осуждаю такие шутки еще. Ну, соперник что-то совсем поплыл, друзья. С левой можно забить. Возможно, кто-то скажет. Что-то легко, наверное, какой-нибудь 7-8 дивизион. Нет, друзья, 4-й дивизион. Да, понятное дело, это не первый, не элитный, но имеем, что имеем. Викинга у меня пройдена, собственно, как и отборы, поэтому играю в дивах. Ой, провал. Смолярик. Блин, Ван дер Сар тащит. А, закрутить хочет, не, спасибо. Да, у меня Кафу. Эй!
Так, окей, 5-2. Надо киберспортивную позу сесть, а то я знаю эти скользкие щита. Ой, блядь, что я делаю? Тихо. Не-не-не, пацаны, давайте вот сейчас, если еще один пропустит, тогда нервозно станет. Ну, есть ощущение, что этот соперник будет играть до конца. Ага. Эй! Охренеть. Не, ну ты прикольно придумал, конечно. Моим же оружием решил уебать меня. Так. Так. И кантана. С лету, красиво. Так, Драгба. У тебя там головка, я слышал, боевая. Да, кстати, головка-то боевая. Полетели. Вот такой пас дали и прилетели. Не, ну у соперника прям какой-то максимальный тильт. Блин. Все-таки Драгба меня затолкал. Так, это что за камбэк пошел от моего соперника внезапно? Так, ну, лучший игрок матча, естественно, это Кантана. Так, у нас экспериментатор в три защитника играет. Блин, друзья, у меня игра не прогрузилась, теперь она лагает. Вот снизу, видите, треугольник шатается туда-сюда. Это значит, как будто бы сервер мозга делает. У меня все фризится, зависает. Я думаю, по картинке вы тоже видите. Ну, прекрасно, прекрасно. Да скипай давай свое празднование, не беси меня. Сейчас Кантана разозлится, я тебе такое празднование покажу. Не, реально, друзья, играть чуть невозможно. Картинка фризится прям нон-стопом. Ну вот, собственно, про что я вам и говорил. У меня просто соединение разорвало, прекрасно. И сейчас, наверное, засчитают мне поражение. На каких картошках у них работают эти сервера? Мне прям интересно, что вот такое вот случается. Да, кажется, я вышел. Да, вам кажется. В том-то и дело, что вам кажется, блядь. Так, ну здесь-то, я надеюсь, все прогрузилось. Вроде да. Ой, Кантана! Блин, зацепился и ногой влетел в Чеха. Тихо. Кантана. Кантана. Какой шедевр я сейчас мог положить! Какой шедевр! Нормальный вообще? Что за подкаты такие невероятные? Опять он верхом дает. Быстро. Кафу. Эшли Кол, кто здесь? Нет! Вандерсар, хорошо. Так, Драгба, естественно, ставит свой титанический корпус. Вот так вот делаем. Так, Кантана, тебе все, что нужно сделать, это просто забежать. Дальше ты сам знаешь. Ой, блин, слишком далеко от себя мяч отпустил. Так, ну-ка. Драгба, головку свою покажи. Прекрасно, 1-0. Ну это тоже имба, пацаны. На втором этаже Драгба, это просто забейте. Ноль шансов. R1 подрубаем, корпус ставим. Смотрите, как корпус ставит. Ага. Смотрите, вот вы просто посмотрите на этот танк. Вот только таким способом можно остановить Кантана. Ну-ка, на. Повезло. Ой, затолкали мощным прессингом. Да ты запарил своими подкатами, псих. Еще одна красная. Ну, видимо, его горло этого не выдержало. Так, надо подлечить Кантана. И игра сломалась. Посмотрите, посмотрите. Просто игра сломалась опять. Опять я забыл, что я бета-тестер, друзья. Не знаю, насколько долгим ролик получится, но я пока прям кайфую. И если даже на 20-30 минут получится, похер. Так, Тьерри Анри в атаке. Так, вот это начало. Анри мне забивает, окей. Да что опять за псих достался с этими подкатами? Что тот сумасшедший, что этот? Чего вы от меня хотите? Нет! Пожалуйста, только не обосри. Почему у меня тут два центральных защитника стоят? Что Видич, что Десаи, большие ребята. Но Видич даже не пытается прыгнуть. Он просто стоит за спиной. Кого? Кто это? Я даже не знаю, кто это, блядь. Так, окей, 2-0 на 10-й минуте. Это неожиданно. Надо исправлять ситуацию. Как говорилось в одном фильме, мы в дерьме. Да что ж такое-то, теперь женолюбленный Салах отталкивать. Так, много интересных моментов происходит. Я пока не переживаю сильно. Пока еще только 2-0 горим, а 2-0 очень легко отыгрывается, как вы знаете. Вот оно, хорошо Лэмпард. У Лэмпарда великолепные пасы, стоит отметить. Стоит отметить. Ну нельзя так играть, это пенальти. Так, Кантана сейчас сетку порвет, посмотрите, друзья. В правый верхний. Ах, как идеально в паутинку. Так, Фрэнки Лэмпард. Че у тебя по пауэршотам, кстати? Ух! Так, Драгба, ну-ка, где твоя головка? А хрен его знает, где его головка. Почему-то он не стал прыгать даже. Так, Кантана, переступ. И побежал. Потолкайся. Хорошо. Но это гол Кантаны будет. Если мы сейчас забьем... Ну, что происходит? Что там за анимации дурацкие? Че за анлаки? Эта игра мне палки в колеса вставляет. Типа, тебе и так хорошо, ты много выигрывал. Драгба. Драгба. И Драгба.
Ну, Дрогба, ну что за удар в стиле Женаля? А, это сейф, ладно. Так, нужна головка Дрогбы. Головка Дрогбы, где ты? Блять. Кантана, переступы. И удар! Блять, да что ж ты будешь делать, как забить? Еще один вариант такой. Так, Кантана. О, отлично. И в дальний. Найс. Фуф. Король спасает 2-2. Кое-как на соплях забиваем, друзья. Что происходит? Женаля. Ух, какой пас на Кантана. И финес. Отлично, все. Сюжет перевернулся. Просто за секунду. Мне это, знаете, все напоминает, что кинофильм «Шоу Трумана», если смотрели. Там типы сидели вот так вот постоянно. Всякие приколы подкидывали главному герою. Так, Дрогба. А что у тебя по пауэршотам, кстати? У тебя же пауэршот есть. Ух, почти залетело. Блять, что? Что? Ну ладно, допустим, Кантана так и хотел. Ну он так видит. Ну он так видит. Да нет. Нет. Блять, повезло, что он не ударил. Что я делаю? Ну тут мой косяк. Барьер поставил. Все нормально, хорошо. Блин, сейчас третий удар чуть не залетел. А кто это бежит? Я вообще не знаю. А, это пенальти. Счет, мне кажется, позволяет. Можно чуть-чуть запижонить. Оп. Так вот, парашютиком от Кантана. Да нет, что-то все расступились. Как будто бы так и должно было быть. 3-5, окей. Все, друзья, GG. 3-5. Лучший игрок матча. Как ни удивительно, снова Кантана. 5 мячей забил. Так, нифига у тебя тут сколько Тотти карточек. И Криштиану Роналду зеленый, мой любимый, и Хансен Тотти. Вот эта проверочка, состав прям очень серьезно выглядит. Так, ну-ка, а что есть так свободно? Раз уж так свободно, давайте Кантана забежит. И, блин, он там через себя уже прыгал. Ой, страшно, Хансен, у него вроде финесики Криштиану. Повезло. Ой, ой, держать, видишь. Так, пока не сказать, что у меня многое получается, друзья. Ага, прочитал, прочитал. Давай, давай, Женоля, беги теперь изо всех сил. На контратаке ловим. Поймали соперника на ошибке. Кто это? Парк Джисун. Я не знаю, что у него за таланты, если у него финесы. Но я знаю, что болл-ролл у него сработал. Красава, Парк Джисун. Так, ну-ка. Ой, хорошо. А что так просто? А что так просто? Парк Джисун мог дубль оформить. А, я понял, почему он у меня в атаке бегал. Потому что у меня схема перестроилась. Вот я дурак. Я-то думаю, что происходит? Что у меня Парк Джисун в атаке бегает? Тише, тише, тише. Так, Кантана, ты где? Вот ты где, братан. Вот ты где, братан. Корпус поставили, хорошо. И просто идем. Мы можем просто идти, зажав кнопку корпуса. Посмотрите. Бля, он вратарем уже выходит. Ну это максимальный рейдж у соперника. Просто Кантана своим закрытым корпусом забайтил выйти из ворот Чеха. Так, R1, R1. И тривелой. Не, ну это гений. Казалось бы, тривелы пофиксили, но не для Кантана. Это карточка с читами какими-то. Так, ну слушайте, как будто бы, зная, на что способен Кантана, можно и закрутить. Ну-ка, показываю. На! О! Ну, соперник, ну грязно играешь. Не, у соперника уже тильт максимального уровня. Смотрите, он просто в подкаты прыгает, блядь, с желтой карточкой. И у него все получается. Оп. И Кантана. Я не знаю, чуваки, ну это просто разъеб какой-то. У чела, ну, сильный состав. Мощный прям. Я думал, будет равная битва, а какое-то избиение получается по итогу. Не, ну соперник уже поплыл. Он и ливать не хочет, и будет, видимо, до конца играть. Я не знаю, ну типа, какой в этом смысл? Ну, блин, я не знаю, чуваки, ну это просто фантастическая карта. Че он забивает вообще? Ну ты че в подкаты прыгаешь, братан? И такой залетает, лол. Еще один забивает. Я в ахере просто. Что за пушки? Может, у него золотой пауэршот скрытый есть? Как он так их херачит? Вы посмотрите. Уже не первый раз он так забивает. Просто подкидывает и прикладывается так, как будто бы у него золотой пауэршот. Я понимаю, что соперник тут уже практически АФК стоит и не сильно сопротивляется, но сам факт удара. Тут вряд ли попадание в ворота зависит непосредственно от уровня игры соперника. Он на 90 минуте нажимает на паузу. Просто вот что за человек? На 90-й минуте он терпел.
терпел все это время, 8-2 чел проигрывает, и нажимает на 90-й минуте на паузу. Так, ну что, Кантона снова лучший игрок матча, кто сомневался. Так, Женоля снова наассистировал, Акоча 2 ассиста, Парк Джисун гол, ну и Кантона 6+1. Ну что, друзья, можно подводить итоги данного состава. Защита меня более чем устраивает, каждая позиция гениальная. Если брать из ЦЗшников, наверное, Видич мне даже больше понравился, чем Десаи. Как-то он более увереннее в отборе играл, хрен его знает. Так, ну, Кафу... Кол тоже гений, вратарь приемлемый. Про Женалю я все еще не составил свое финальное мнение. Я долгое время его на страйкере использовал, сейчас вот на ЛП, наверное, буду пытаться. В целом ассистики раздавал, погоду не портил. Парк Джисонг, 4 матча, один легендарнейший гол он меня забил. Лэмпард ассистировал, 2 ассиста отдал. Акоча 4 ассиста отдал. Вот так вот, Акоча больше наассистировал, чем Фрэнки Лэмпард. Но его пасы... На треугольник отмечаю, к сожалению, пауэршотик он так ни один и не положил. Ну, можно сказать, я особо и не пытался. Дрогба гений, 6+12 наассистировал. Да, наверное, несправедливо как-то будет оценивать фулл состав, потому что большую часть времени вы видели, что я играл специально на Кантона. Что получается, 8 матчей, 24 гола плюс 2 ассиста. Опять же, кто-то скажет, это 4-й дивизион, не показатели, бла-бла-бла, говорите, что хотите, хейтеры, тссс. Я опять же вам повторяю, я наиграл за его версию с дымком много Weekend League, то есть какая у него там статистика, 66 матчей, 93 плюс 43. То есть я 2-3 Weekend League за этого Кантона точно отыграл. Я уверен, что он будет так же ферить Weekend League, как и в этом невероятном 4-м дивизионе. У меня просто восторг от этой карточки. Я не знаю, как по-другому свои эмоции описать. Опять же, не стоит вам повторять, какие... прикольные голы он закладывал. У него есть акробатика, у него есть R1, у него есть финесс, парашют. Вот самый бесполезный золотой. Лучше бы золотую акробатику ему дали. Тривелла белая есть, белый пауэршот, который выглядит как золотой. Я опять же понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что оверпрайс, за эту сумму можно купить там, я не знаю, какой-нибудь Сорла, такой-нибудь Виали, Бербатова. Это все не душевно, пацаны. Я играл за Бербатова и за Виали, они близко не играют так, это, так как этот Кантона. Дрогба, опять же, я, наверное, не полностью опробовал. Естественно, я еще буду играть за эту карточку, когда не буду, так скажем, нацеленно играть за Кантона. Вот так вот мы и поиграли с кайфом. 8 матчей, 24+2. Кантона гений. Опять же, собирайте на свой страх и риск, а то вы сейчас меня послушаетесь, купите себе карточку, а у вас там уровень игры, условно скажем, хуже, и вы не сможете играть за него так, как играю я, и будете меня обвинять. В первую очередь, естественно, тестируйте аренду. Благо, есть такая услуга, можно сказать, от Electronic Arts. Можете затестить аренду, а потом уже думать, покупать Кантона или нет. Я высказываю исключительно свои личные впечатления и свое мнение. Так что не считайте его единственным, так скажем, верным. Сами поиграйте, убедитесь, что вам эта карточка нужна, и потом уже делайте выводы. Все, друзья. С вами был я, Пандос Фиксович. Надеюсь, вам понравился такой длинный геймплейный видеоролик. Буду не против, если вы понаставите лукасы. Оставите какой-нибудь классный комментарий. И, собственно, все. Всем спасибо за внимание. Чао, какао.